учебному миру. Алина Чемерис, Станислав Левин, события. Проявить себя и привлечь внимание к социальным проблемам. В Самаре стартовал 4-й ежегодный молодежный фестиваль социальной рекламы. Любой желающий может заявить о себе как о режиссере и просто неравнодушном человеке, снять ролик и представить его на суд жюри. Конкурсные работы принимаются до 20 октября. Тема «Мы выбираем жизнь». Выразить свою точку зрения можно не только в видеороликах, но и нарисовать плакат или же организовать социальную кампанию. В рамках фестиваля социальной рекламы молодые жители могут разработать социальную рекламу, подать на конкурс. И, соответственно, если эксперты выберут победителем, получить подарок. И самое главное, вот эта работа, которая пройдет финал, будет размещена на многих информационных ресурсах в городе и в области. И к новостям спорта не успел финишировать финал городского.